Лучшие голкиперы российского футбола. Мы выиграли Олимпийские игры, Европу выиграли. И все это Яшин сделал. Мы только подыгрывали. Игра, конечно, была тяжелая, но ребята просто себя показали с лучшей стороны. Игроки номер один, не имеющие права на ошибку. У меня первая мысль была, что это все. Когда наша сборная вернулась на родину, к сожалению, на аэродром пришла группа хулиганов бить Яшина, виновника поражения на чемпионате мира. Через что они проходят на пути к славе? Столкнулись мы, больше не помню. Очнулся только в раздевалке. У меня такое ощущение было при виде этого колена, да, как оно вылетело, что там полностью все разорвалось. 10 дней у него было 3 или 4 клинических смерти. Болельщики ночевали там прямо на поляне, на траве все 7 дней, пока он не скончался. Гладиаторы футбола. Меня не волнует, выиграть, не выиграть. Единственное, я что прошу Господа Бога, это чтобы он все эти 90 минут отстоял без травм.